Капрал Дуэйн Хикс, CQ-404-8215-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хикс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. А, все. Высадка на Луну? Это не Луна, вроде. Вы же слышали, все погибли. Мы последняя, скорее всего, надежда человечества. Так, все, я шлем одел. 40 патронов. Вон, смотри, сверху корабли, видишь, какие-то состыковываются. Это взрыв. Кто-то из вас полетел, что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме! 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулаку. Прием. Сефора, это Анил. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель, это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1, как там дела у 2-3? А, Уинтер, смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Вижутся? Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сефора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сефора, я следую по направлению к 2-3. Сэр, тут попал. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Дырка. А где вторая половина? Ну да, это не очень разговорчивая половина. Подожди, а вот еще его кровь. Может, его кровь. Бардач какую-то дверь открыл. Это мы подошли, чуть дальше нашли. Почему это срочно? Это же ужастик чужой. Так, оно... Криокапсула. Жуткая Капитан, вы это видите? Что-то такое ощущение, что эта штука
находится в чьей-то утробе. Тут постоянно радаром надо пользоваться. Ну, вон там какой-то есть сигнал впереди. И над нами. Гаррет. Олег, ему слушай. Нет. Что за... камера? Так, давай, иди сюда. Где я? Витер! Громит. Достань резак и вытащи меня отсюда! Тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать. Сэр, это Кис, 2-1. У нас было задание добыть черный ящик с Улака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращайся. Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении. И уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказ. Черный ящик совсем. Возьмем его. Потом прибудем к Нину 2. О'Нил, ты все еще там? Нам черный ящик взять надо. Парни, возвращайтесь. Вот, ну мы вот идем, ничего. Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Кис, постарайся найти Беллу. Ура и к черту, морпех. Постараемся. Спасибо, О'Нил. Спасибо, Витя. Что-то мне не нравится это место, оно какое-то слишком отвратительное. Сейчас думай, сразу стреляй. Не нажимай. Движение. Здесь кто-то есть. Не один. Больше не ликвидация. Контакт! Контакт! Вон он. Понеслась! Еще все нормально! Я разберусь! Я взял ящик. Патронов не так. Ванил, соскучился? Черный ящик у нас. 2 минуты. Кейс, лови! Вейтер, понял тебя. Нервничать потом будем. Возвращайтесь. Мак, что это? Черт. Ой. Капитан, что произошло на Сулаке? Если мы его доставим, неизвестно... Да там что-то лежало, я хотел взять. Я патроны. А, там патроны были, да? Не. Тут записка какая-то, Макс написано. У меня патроны пополнились. Типа патронов, Макс. Что тут горит? Огонь да. По своим отключен в этой игре, я надеюсь. Да, да. У меня броня, по-моему, уже в минус упала. Самое быстрое.
Помоги. У меня ХП уже на нуле. Как лечиться? Стой сзади тогда. Броня, да, улетела. О, Нил, будем у тебя через минуту. Кажется, херачить. А я дробовиком не херачу. Поздно! У меня вообще какая-то ракетная байда. На F, которая... Роботы. Может быть, сейчас робота? Сзади. Вот броня. Да что же это такое? Вот аптечка. А, в этом роботе она это, в конце фильма, по-моему, да, была. Да, да. Смотри, в шлюпке! Твари! Бросаю гранату! Ты, стой! Ты что, совсем спят? Беги к соединителю! По-моему, кто-то корабль сломал. А впереди еще парочка. Соединитель сломался. Кстати, как она штурмует? Разрыв ответ заблокировала. Тут необходим код доступа. И сломай чертям собачьим эту гребаную дверь. Оружие к бою. Да-да, есть, есть. О, я подхилился как-то. Аптечки же валялись там. Патроны, я так понимаю, тоже пополняются автоматом. Ну вот вроде аптечка лежит, кому надо. Нет, погоди, сейчас! Ступайте. Дверь прикрыла. Блин, все патроны ушли, кстати. Я баранью сожрал. Уинтер, пошел! Дебил, что он делает? Да почему он такой кончен? Ой, кто-то улетел. Да он гранату взорвал. Я лезу куда-то наверх. Да я... Давай, делись! За руку схватился. Мы потеряли черный ящик. Он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы. А это уже кое-что да значит. Говорит Сифора! Вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора! Слышу вас хорошо! Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так еще точно, назад вернулись. Что думаете про случай с Кизом? Он взорвал гранату. Все наши птички класса Шайен уже сбились. Я сзади вас был, я не видел. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Бля, мы за одним уже шли, дебил. Да ладно, они бесконечные, скорее всего. Был Киз, теперь они. А чё, вы бородачом шатали, что ли? А чё у вас за прикол? Да-да-да-да-да. А почему бородач откис? Бородачу уже не поможет. Так и нам сейчас не поможет, у меня вон патроны заканчиваются. Во, я во это восстановил. А, то есть так можно было? Подожди, у тебя патроны целые, так скажи. 240, да. Блин, угрохните меня кто-нибудь. Нажми F в пол, нажми. А, Игля, на него урон плохо проходит. Ты у меня, зачем вы меня подняли? Что, тебе надо было убить, что ли? Конечно, патронов-то нет ни хера. Ну, я же все равно сейчас отписываю.
Вот, а давай уж по чесноку играть, что вы тут читерите? Ну давайте, давайте, ладно. У меня по сути два магазина, все. Значит, я вперед. У меня тоже меч дробовик. А как дробовик пользоваться? Сефора, высылаем вам запись. Вот там это. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. Бронестекло. Слушайте, там еще пистолет с бесконечными патронами. Так что если это не выход про пистолет. Да блин, засада. Все записи сделаны после того, люблю экономить патроны. Блин, вот это ноутбук старый, кто когда Добрал такой Хинс. Видел? Сефора, это 2-1. Что об этом скажете? Не, я видел, видел. Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с Вэйю. У нас пистула, глянь, какой первый раз такое вижу. Возвращайтесь в грузовой отсек. А, кстати, это не обязательно на новый, это не обязательно старый, потому что военная техника, она совершенно по-другому выглядит. Ну да. Сефора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то там тварь. Там эти коконы открыты, паука. И он пауки валяются. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть извращенцы, они доснимали на камеру. Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Не могу. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Киз? Сефора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. О'Нил, в чем дело? Похоже, это Белла. А вон там дверь еще какая-то. У нас с ней. Красным огоньком. Что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь поискал. Как-то много целей, как-то много целей. Ну вот он дверь открывает. Да, много. О, рукопашный бой еще есть. Прикольно. Кстати, потому что... Цель справа! А вот у меня патроны, кстати, восполнились. Нужно добраться до верха гравитационного колодца! Там грузовые отсеки! Ну, пистолет, кстати, тоже неплохо. Вот тут патроны бромят. Да у меня они каким-то магическим образом восполнили. Где-то патроны? Опа. Кидай люркеру к тебе, вползти! Ну, кстати, дробовик здесь вообще как-то, да. Я прошу. О, я официально требую снять меня с работы над проектом «Элитель». Аудиозапись. Я благодарен за возможность принять участие в таком инновационном эксперименте, однако боюсь, что не смогу исполнять свои обязанности в полной мере и... О, матрица, отдачей. Смотрите здесь, зеленая надпись. Благодарю вас. Это был доктор Стэнтон. Матрица? Что это за центрофуга, непонятно. Доктор Конрад, я прошу. Я официально требую снять меня с работы ящичек над какой-то. Проектом. Открываешь крышечку на саркофаг, похоже. Я благодарен за возможность принять участие в таком инновационном эксперименте, однако боюсь, что не смогу исполнять свои обязанности в полной мере и с должной отдачей. А куда дальше? Ждем Броми. А что меня ждет? О, тут дверь наполовину съедена. Это кислотой, скорее всего. Ну да. Сейчас, подожди, дай попробую. Блин, у меня гранат нет. Как гранат кидать? Почему? Ну, гранаты слева отображаются, значит они есть. Скорее всего, где? О, я же это нашел. Я жетон какой-то нашел. Рядовой первого класса.
Григорий, не надо нас смотреть. Слушай, здесь баллоны были, надо было по ним выстрелить. Так выстрели. Что-то их слишком много. А куда тут? Нил, вот он стоит, ребят. Сюда надо, да? О, мы можем найти дробовик, слышишь? А это, когда мы вперед заходим. Да. Блин, тварь. Дыра какая-то, это... Ну да, да. Я что-то сомневаюсь, что здесь нужно какое-то оружие, кроме дробовика. Да, у меня один это... Хапуля. Мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем дверь и выбросим эту дверь в космос. Что за бред? Ничего не делай без меня. А, я так понял, оно в голову быстро убивает. Упрыгайка. Не хватает. Погнали. Что думаете, он стекло сейчас разобьет, нет? Ну, вроде не могут. Но пытаются. Башка бьет так стекло. Забавно. Так, чифку взял, да. Тупо, как вы прошли? А, здесь стекло. Да, я дальше не понимаю, куда. Так за ней, за этим, за Нилом надо идти. Где он? Он стоит, ждет. Может, их надо поубивать всех? Раз, два, три. Мы туда назад выйти не можем. А какая у нас цель-то, кстати, там? А, может, где-то кнопка есть очистить? Во
всем пультам надо пройтись, посмотреть. Тут, блин, миллион кнопок. Попробуй найди нужную. Ну, скорее всего, у нас здоровая и красная эта кнопка должна быть. Я нашел кнопку, ребята. Нажимать? Где? Я нажимаю. Это Рейдер 6-5. За мной следует Сифора. Уинтер, мы идем на посадку. Прием. Вас понял, Рейдер. Двери отсека закрываются автоматически. Вот, так что поторопитесь. Справились. Да чтоб не в кофе нас сали. Так, все, держись! Сифора, из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. А, так она блондинка, это, смотрите. Через пару минут. Так ты тоже, бродит. Серьезно? Так что идем искать Беллу. Но все равно я бы лучше, наверное. О, мы прошли. Какая-то штука. Блин, не нашли мы дробовик, короче. Ну теперь вы же опытные, да?